19 февраля 1945 года. В течение 19 февраля на Зеландском полуострове наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника, стремящегося прорваться из города Кёнигсберга на запад. Одновременно южнее Кёнигсберга продолжались бои по уничтожению восточно-прусской группировки противника. Севернее и северо-западнее города Грудзянс наши войска, наступая на север вдоль западного берега Вислы, овладели городом Нойенбург и заняли 3 населенных пункта. За 19 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 206 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 109 самолетов противника.